Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня мы снова выбрались на природу в поисках синеножки. Красивые маленькие цветочки. А вот у меня и первая удача. Ох, это шампиньон. Это шампиньон. Сейчас посмотрим, червивый или нет. И пройдемся еще. Ножка оказалась червивой, а сам грибок нет. Очень нам повезло. Итак, значит, грибочки есть. Грибочки есть. А вот мне повстречалась полянка шампиньонов. Посмотрите, какая прелесть. Вот маленький. И вот. Вот. И вот. Ну, очень много червивых. Кстати, у них у всех практически, даже у маленьких, червивая ножка. А сами шляпки хорошие. Многие пишут, зачем я срываю с корнем. Я вам скажу, от того, что срываю я с корнем, грибница не страдает. Она находится далеко в земле. И не страдает. Ничего грибницы не будет. Ущерба я ей не наношу. Ну что, посмотрим, что за грибочки. Зашли в лес. И вот только зашли, посмотрите. Сразу нам попался трутовик чешуйчатый. Но он уже, хотя большой. В прошлый раз у меня большой оказался самым мягким. Нет, здесь уже он, хотя вроде бы мягкий, но надо смотреть, надо пробовать. Вот такой трутовик чешуйчатый. А вот уже попались нам рядовки нормальные, обыкновенные. Посмотрите, какие хорошие. Рядовка майская. И вот она от нас прячется. И вон. И туда дальше вон они пошли. Так что сейчас мы их будем собирать.
Вот такую небольшую кучку майской рядовки мы собрали. Сейчас буду ее обрезать, потому что ее очень любят червяки. А я на этом прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.